Успею, не успею, успею, не успею. Идем, чё стали? В кашке команды не было. Ворский, сделай на полную меня и вторую лагерю. На полу. Ты сказал так поздно, что я уже... Ладно, я сейчас перезаряжусь, подожди. Ладно, я так стал говорить. А, нормально. Не прокает он у меня, короче, блядь. Сделал на пол. Доливаем вторую валькирию. Проку, он хасл, блядь. Конечно. Под духом гадюки, блядь, сделал на пул, короче. Все нормально. Как всегда, ничего не меняется. Так, что-то надо предпринять, потому что ну так 93% РП. Ну что, тяжку заберешь? Ну что там, Мармс, 10, да, дает процентов стойка? Да. Разворачивай. А с молотом вообще, да? Еще плюс 15. С молота 15, да. Ну если бы слеча забрал дробяшку с десятки обычки, да, можно делать этот спек атак. Там великий все. Ужас. Нормально, он за 4 хила. Июля сильно. Так что да. Причешка. Просто весь экран зеленый. Скучала по зеленым. Очень. Здорово всем. Здорово. Моша. Смотри, Карус, тебе связать твоего персонажа с Хексером, да? И вот спорим, я сейчас его свяжу. Диспел. Я его свяжу, я души по нему. Так, полечу его. Так ты дай ему два грома. Да я умер, блядь, чё я дам? Водина на базу. Чё, у вас фул или место есть? Фул. Я на замену зайду. А знаешь, чё у меня есть? Сейчас он зайдет, а выйдет камин. Это задонило по-любому. Прилив гер, небось. Не, ну ты же сильный дэсэй. Так, 190 гп у Экаруса есть, ему там накину. Каким ты зашла сюда этим левелом? Не помню. Не-не, 238 что ли? Нормально, 250-й только первый квартал прошли. Все, я привязал твоего. Ты вручную перебрасывал? Да. Там не перебрасывается, когда привязываешь, ни ЕП, ни ЕП. У тебя сейчас 3%. У Твисси, даже когда она их забрала, 7%. Ты не процентов. Уже он что, все там из-за счетов? Коли палу, счеты не нужны. Да, еще в нахуй. Коли пала, вот в реалиях Сируса сейчас это талисман восстановления, который за ОД, и чешка. Или этот ювелирки на это дринк. На инту. Ну, да. Короче, пищев нахуй. О, ты шо на это? Сезон горячих скидок, что ли, повелась? 25%. Все, вот эти есть. Три. Прелесть. Это кого-то можно поздравить, да, с волей? Че, тут скидки же? Да, 25% скидки. Я уже воспользовался.
Что купил? От жопу босса встали, кроме хантов. Готовимся его ешать. Ты прав, чё? А его ешим. Лиса, выводи его сюда. Если ты бьешь прелесть, выводи дальше. Чё ты купил? Мне нравится. Откуда столько денег берет? Люди работают. А я бомжу бензином. Стропоны хорошо расходятся. Да. Стропончик надо. Ленточка. Так, еще ровно 100 душ. Ого. О, ленточка. Я опять сказал. Смотри, сколько роллов. Получайте. Вот, брат. Это первое за 7 лет. Семь. А что за 7? Подходим также под жопу босса, кроме хантов. Ханты чуть-чуть ближе, чтобы вас захилять было удобней. Ты что, сегодня упадет две глоры, да? Ты не будем начал бы. Подошел ближе. Висит без маны, да? Не, у меня все есть. Карус, мы хилять будем или чё? Красиво, красиво. Чек на ФК. Погнали своим ходом, вставайте, чё много людей лежит. Он решил не хилить. Хексер, ты тут? О, чё ты говорил, ну? Им. А чё ты не кастуешь ничего? Мертвый лежит. Нет, ну а до этого у меня что, рекаунт? Я обнулял, что ли? Правосудие себе, да, но кинул и все. Ребят, перекуров не было, чё за хуйня? Там Кулипал перестал кастовать, он на четвертом месте. Да я вижу. Ты, ну, включи микрофон, что-то скажи там, свою позицию, если тебе что-то не нравится. Ну так, так не пойдет, что ты не хилишь. Так, давайте пять быстрее. Ловушки снять, да? Нет. Боешки будем фармить. А ничего, что у тебя есть ПР, алло, блядь. Так, я мастер. Не хочу сейчас вливаю. Не врывайся. Я понимаю твое настроение. Так, Икарус. Погоди, Войт. Икарус. Ты пришел в рейд, не забрал шмотку. Ты последний раз в рейд ходишь или что? Это первое. Второе. Ты пришел в рейд, отыгрывай свой этот Holy Palm, отыгрывай свою роль, пожалуйста, на 100%. Нет, почему человек обижается? У него ниже приоритет. Я что, у него просто так забрала ее или что? Он не выиграл. На самом деле я бы отдал Holy Palm. Чем? Если на ДЦ это бис, а холику нет. Ничего не знаю. Че, гонишь, что ли? Юля, че ты врываешься? Тебя троллят, а ты врываешься. Пиздец, я охренею. Тебе сколько лет-то? Троллить надо, чтобы смешно было. И хуйню не сделал. Ну так хоть тебя троллит, ему смешно. Я смеюсь только над умными шутками. Алиса, готовься ловить. А вот, например, потому что так. Ловушки разбиваем. Нету, ты не шути, лучше дамажить учись. Сори. Научишь? Ханта? Да. О. Давай, учи. Учи меня полностью. Дурак, хули.
Да успокойтесь, вы чё, давайте голубой вагон что ли послушаем, алло. Мастер заводил. Это была смешная шутка. Давай, 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 льем трэш. Я так-то не шутил. Мастер, заводи голубой вагон. Хорош. Этот звук потом. Что это? Красная песня, Дин Гильди. Гена, да. Я с тобой поеду. Спасибо, Чебурашка. Молодец, старик. Убав Чебурашки, да? Не оставил друга. Этот тренер а даже может быть некоторое время лучше, чем без счета, если человек... Крокодил, играй. Так, рыбу поставил, давайте добегаем оперативно. Блять, меня бы забыл. Время медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой это вагон бежит, Экаруса, качается, скорый поезд набирает ход. Ну зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучше верится. Катится, катится голубой вагон. 10-11, отлично. Все хилы под боссом. Фулл баф даем. Кто танчит? Кого на пул? Первый на пул в мидвее. Ты что, первый танчу? А, или ты один танчу? Лапу дайте. Нет, я не один танчу. Так, лапу даем, все бафы дали. Как его? Соответственно, все хилы под боссом. На пул в, что-то еще хотел. А, ладно. Так. Бля, у кого рекаунт сохранился? МП5 сохранился там дадут, нет? Это, сука. Сурка? Да. У меня есть. Отлично, потом мы скинешь. Еще раз чек на готовность. Первый танчит мидвей. А, да. Первый танчит мидвей. Две меточки, пожалуйста. Две споры, одна под боссом. МП5 по хантам. Один тут. МП5 по хантам, да, Экарус, пожалуйста. Дали? Да, да. Все, четно. Геро. Карус, под боссом встань и стой под боссом. Поры.
можно расколы откурить? Вот и по этот. Как его? Напоминай, потому что я не вижу их. Сколько у нас фурик? Две. Две штуки. Один вольт. Ты чё, армс? Расколы стакаем. Похрен на мне. Армс, не армс, расколы стакают. Талан повышает ДПС, повышает ДПС рейдил. Форе. Бы надо чё? М? Бы надо. Не, он больно бьет. Зачем? У меня рез не сработал, нормально. Аж не прожимался ничего. Прохил рейда. На, а что теперь, блядь, паладинов шить стало как тряпка, блядь, пиздец какой-то. Забирай. Так, со спорами с одной сбежались, а остальные больше не уносим. Хотя нахуй, ренжу набирайте уже. Больше спор не уносим. Дай прожимку. Уху, сила прокола. На одном лямме хп, блядь. Так, кому кровь нужна, плюс чат. О, кто там дальние земли заказывал? Ханты. Ну подай-ка я попробую турбо кинуть, но скорее всего оно не кинется тебе. Нет, нельзя. Квест нужен. Еще раз говорю, воля бесполезная до тех пор, это рулетка, пока не прокнет сила. У меня сила прокнула на одном ляме. Буряку надо было, блять, у него дона нет. Бариклыку надо? Да, он спросил. А, это я ничего не нажал, третий спит. Кинь восьмую. Сейчас, секунду, я разрулю. Так. Все? Нет у тебя вопросов больше? Ну, ребят, мне личку вашу скидывать не надо. Это если что так. Это, на... это он еще... Это то, что я... Баба ему в ПМ написала. Он тебе скинул? Пиздец! Такой ты хуйло! Видите, первое предупреждение. Да успокойтесь уже. Мне скидывать не надо. Вы в личке, если сретесь, по ЧСу кинули друг друга и забыли.
Вы сейчас в рейде, вы команда. Запомните это. Мне насрать на ваши разногласия, кому пиксель достался, не достался. Надеюсь, понятно, это первый и последний раз такое было. Потом просто буду принимать меры, очень жесткие. Чек на готовность. Кого на пул? На Эвинар. Все готовы под босса, кроме хантов. Отсчет на пол. Последняя обратно задум. Не надо бегать. Разбежались. Разбегаемся. Сидите. Ну да. Ну, блядь, наконец-то второй скок. Лимон, Савана, пол. Давайте. Чё за паладин агрессивный? Это твой друг, мастер? А как же. Плащик, а, ну это херня. Чё, Лу забрал наконец-то плащ, да? Квас вроде фулрит. Отойду быстро. Мастер, у вас фулрит вроде.
Я сейчас за Юлю. Юля за тобой привязал. Так, а что ты там говорил, Лимон? Ты говорил, что у вас фулл рейд, какой шаман? Я не говорил, что шаманов есть. Блять, ребят. Какого хуя? Кто-то зашел внутрь, блять. Кто там стоит, бейте жуков, кто здесь стоит, хитрись. Жуков нету. И сила прокнула на трэше, охуенно, блять. Да ты можешь крафт не отдавать, ты что? Рукает дефолт. Да, да, сила, да, сранта. Я ж таскер. На этот счет не беспокойся. Просто бой висит. Да я знаю, на церкви та же хуйня была. Что, откроется ворот, нет? Сейчас откроют, там пройдет ивент типа. Масса пытался выбежать, короче. У нас сейчас по плану перерыв же, да? Ладно, да. Спрашиваю, чайка за квест. Успокоилась. Так, а как его? Шейп, тебе квест нужен? Да, да, да. Смотри, накосячишь, получишь пилюлей. Ну что у тебя шейпер по депессу это было? Я делаю армса. Че так? Никто так и до сих пор не настакал, блять, этих расколов. Только начинаю стакать раскол, я сразу внизу по ДПС, блядь. Тём, давай вот сейчас этот вопрос закроем. Давай, вот ты посмотри, уже... человек... Подожди, нет-нет, давай уже закроем вопрос. Закрыли. Нет, не закрыли. Вот видишь, человек в меня плюётся. Мне как бы не обидно. Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Я была первая по приоритету из хилов? Да. Я забрала эту триню? Забрала. Вопросы? Нету. Нету. Всё, пошёл нахуй от меня. Кинь ты его в чест. Слушай, тебе вообще не пофиг на него, а? Чё ты вообще нервы себе тратишь? Вот смотри, ты ж вроде держишь, ну, как ты пытаешься тут, чтобы всё контролировать, чтобы все нормально себя вели. Но до прихода этого дебила все вроде нормально себя вели. Чё он сейчас... Да, просто я закрыла вопрос. Мне нужен был ответ. Кто был по приоритету? Я? Я. Я забрала. Всё, тема закрыта. Все это видели. Вообще-то, если что... Эту тему уже я давно закрыл, потому что, во-первых, блять, по приору я сказал, что, блять, на сурке была Трися первая. Нехуй меня перебивать. Если я сказал вопрос закрыт, значит он закрыт. Если кому-то нахуй что-то не нравится, блять, кнопка покинуть гильдию, покинули рейд. Все, блять. Не надо меня бесить. Перерыв 5 минут. О, нет, блядь. Чё, я кто-то сделал? А чё там случилось-то? Кто-то на лут согрелся по приору. Да, на счёт, и тем более холипал. Ну, холипал у счёт и такой себе. Тупо, блядь, только ПР себе занизит счётами на холипале. Я вообще на холипалы забрал, что ты? Чё, не знаешь, что холипалы тринки на инту носят или чё? Ну, блядь, мы не счёты же холипалу. Счёт это вообще бомжовский, блядь, для холипала тренер. Я вообще взял две чешки, наверное, на холипалу. Мне нахуй. Две чешки. Нет, там на инту хорошие трения. Там на инту хорошие трения. Ну, может, интеллект нужен. Объект не прокает с джаги, а вот чешка как раз прокает с джаги. Ну шока небес прокает, если босса бить, блядь. Ну это бред уже, ты просто можешь взять две чешки и быть и полезным, и с хостой, верно? Зачем тут хосту, если там на холипале в бисте набивалась спокойно хоста на циркуле, спокойно? А тут еще и... Ты уверен, что она набивается спокойно? Более чем. Я бы тебе так не сказал. Но тут тем более спокойно, потому что тут камни на 30 плюс, еще и середолики есть. Ой, не середолики. А зачем тебе камни вставлять на хосту, когда ты можешь... А зачем тебе больше, чем 50 за 100 маны? Взять чешку, блядь.
чешку взять и фул инту забить. Не-не, я согласна с Уматумой. Это бред. Вообще, если так разобраться, если про этого дурачка уже тему закрыли, то я бы, кроме чешки, одела еще вот эту вот ювелиркину. Туда два камушка можно вставить еще на эту. Там тебя вообще почти не слышно, но кто-то сзади врывается, да, давай. Девушка, ты слышишь? Нет, я очень плохо слышу. Не слышно. Девушка! Добавьте звук. Кажется, орёт девушка, да? Да. Так что, говорить с тобой хочет, скажи ему что-нибудь. Я говорю, я слышу его, но очень плохо. Слышу только девушка. Это такое чувство, как будто кто-то с колодца кричит снизу. Дайте ведра. Алло. Ой, ежу лучше, давай еще у вас есть. Говори. Так а что вы тут напали-то на меня, я не понял. В смысле? Не знаю, никто не нападал на тебя. Там про дурачка, вы там все это и позволяете меня оскорблять. Я кто тебя оскорбляет? Приведи пример. Боже. Я скинул ТРЛу все это. Она оскорбление пишет в ПМ, а потом говорит, что на тему закрыла. Я тебе, идиоту, написала в ПМ, чтобы не портить никому настроение. Чего ты там начинаешь лезть? Теперь я говорю. Ладно, я отойду. Сейчас я буду минуты через две. Потом, если что-то интересное будет, скажете. Не знаю, из-за чего у вас там срач начался. Вот смотрите, пацаны, там, кто слышит. Да тут не про все, кто участвует, на самом деле. Она сролила, да, вот эту тренинг. Да вы заебали уже спорить, блядь, забрали. Пусть послушай. Ну, сролил дальше, и чё, да. Ну и чё, я и ни слова не говорил. Потом эта хуйня начинает меня оскорблять в ПМ. Потом эта Моса еще что-то за нее впрягается, вообще не при делах. Вы что-то там пишете, да ладно, хуй с ним, там напал, это не идет. Да я не спорю, что идет или не идет. Сролил она, ну и ладно. Она меня оскорбляет, а вы пишете какую-то хуйню. Типа, блядь, да она права, пусть ей отдадем, блядь, Павлу не пойдет. Это подожди, идет, она тебе написала до этого? Она меня оскорбляла в ПМ, я ей вообще ни слова не писал, блядь. Кто-то говорит? А что она тебе написала? Блядь. Я тебе посылал РЛу, все, блядь. Я он тут... только, блядь, может орать, то, что ой, вы там между собой переписываетесь и все, блядь. Не хочет ничего, ни в какую хуйню встревать и все, блядь. Так, если он про меня, давай с тобой пониже в канал спустимся, чтобы никому настроение не портить. Я тебе все скажу. Нужна, ёпта. Ты же сказала, со мной тема закрыта. Вот, а я даже блядь. Не знаю, что ответить. Юля, он говорит, что ты ему написала... Ну, не, что? Он ничего тебе не писал, и ты ему написала какое-то оскорбление в ПМ. Я ему написала перед боссом. Я говорю, да я сейчас после босса... Послушай меня, пожалуйста. Ты слушать умеешь? Слушать умеешь? По-моему, ты истеричка. Ты сначала жалуешься в ПМГМ, теперь ты меня перебиваешь и не даешь... Ебанутая. Там канал Пьяни есть, вот, ребят, как раз для вас. Там обсуждайте, пожалуйста, такое. Хороший канал. Где второй? Чек на ФК. У вас какая-то тактика другая на профи или нет? Под зеленым. Да. Окей, да. Шейпер, ты делаешь квест. Мне кажется, на мне каких-то бафов нет. Мне в танк спектаться или нет? Нет. Нет. Зачем тебе танк? Ты в ДД. Ля, кто прото давал обновить, пожалуйста. Сейчас он. Рыбу поели. Просто тут не обязательно. Тебе новые надежды есть. Чек на готовность. Все на РДДшнике стоят в трусах с хилами. Лишники босса подведут сюда.
То есть заходит его сюда, наполненное вино. То есть можете уже отсюда фигарить. Стоп, что, медведь танчит? У меня просто музыка тут. Ты танчишь. Как его? Соответственно, первые ложи пойдут, она его поведет. Вот. Вот сюда. Ой, точнее, под зеленую колу. Соответственно, появляется зеленый, сразу играете в зеленого. РДДш, милишники, стоите всегда от спиной к РДД. Надеюсь, понятно. Когда зеленый откинет, пока не выбили цель, вы к нему, милишники, не подходите. Чек на готовность. Калкач. Кто тут? Отчет на пол. Пей. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамп четыре, который... Сила. И честь. Поворачивал Алиса так, чтобы РДД, милишники били спиной к этому. К РДД. Готовимся по зеленому. Босс, отводи по зеленому, играем. Чё, это установочного, я не понял. Бьем. Оперативнее все делаем. Вливаем. Босс. 4%, оперативнее. Успеем. Теперь замедлишь после перехода. Красный дот навешали. Ага, успели. Сразу отводи на этот лес. Что-то я ничего не чувствую. Стене? Да, 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 сразу. На выводение колб. Готовимся по красному играть. По красному играем. Пельмень. Босс. Где, блядь, колба? Аккуратно, колбы, химические бомбы не ловим. Вроде. Стамбара лошадь. Иди, там. Готовимся по зеленому. Отводи, 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 отводи. Тайминги не пропускай, Алиса. Служи, по зеленому. Пельмень, да? Да, пельмень. Господин Бэриш Пимш. По Пимше баф дали. Пельмень. Не слакаем с пельменями, не ловим мы их. 5 от пельменя, что ли? Не весим. По красному играем. По красному играем РДД уже. Милишники по красному. Пельмень. По боссу. Рано нажал. Ты чё, уже нажал? Блять, на 40%, ребят. Доберусь 6 минут. А баф я 6 на 6 минут. Готовимся уже по зеленому. Лиз, дай прожимку. Босса Бэль Шедра.
Пельмень. Брал уже ты внесла. Ты что, Амбар? Выключи активацию голосом, кто там? Готовимся, бомба, готовимся по красному. Пельмень. По красному РДД. Милишники по красному. Плюс один хил, заебись. Хорошо, что бьем. Пельмень. По зеленому. Ложимся. Стоп хил. Диспел. Встаньте в ложу, пожалуйста, быстрее. Сейчас диван. Шумшапи сделан отлично. Ну, возле Милликов был один спорный момент на такое. Кис, ты тут? Да. У тебя включена активация голоса? Нет, у Буря Клыка. Буря Клык, ты тут? Ну, как раз напшал, отошел. У меня в наушниках, у меня активация голоса, но я в наушниках, там не слышно. Что значит? Ну, ты в наушниках. Это Кис говорил, мы Кисы не слышим, мы слышим Бурю Клыка, я проверил. Придет каждый пустоту. Выключи активацию голосом, пожалуйста. Он пошел в звонок. Да я могу ему мод дать. Шей, два средства. Я не клацаю. Кто там переговоры какие-то? Кто-то что-то говорит. На остальных не достало или что? То есть грань позже кастовать? Конечно. 40%. У тебя 6 баф... минут после того, как ты прокастовал грань, у тебя остается 6 минут. Ну так прикол-то в том, что до берсы 6 минут еще остается. Ну, суть в том, то, что может быть до берсы бы довели. Знаешь? Все равно кастуй раньше. А, позже. На 40% начинаешь, что. Я где-то кастую, когда до берсы минут 5 останется. Тогда кастую. Смотри, я тебе объясню. Вот чтобы не подвести рейд, тебе нужно всех слизней замедлить. Красный слизень. Замедлил. Ну, смотри, вот красный слизень, да, он. Если его не замедляешь, то он, ну, с большой вероятностью догонит цель и вайпнет весь рейд сразу. Зеленый чуть подольше, да, ну, можно там гимны прочитать там на хп. Можно как-то выжить, ну, пару взрывов вот этих, отбежать от него. И у зеленого больше времени, если он не замедлит, ну, типа, убивать рейд. Тебе нужно два последних слизня. Если они два последних слизня, ты смотришь по процентажу босса. Допустим, там 45%, да, ты смотришь, выходит красный, тебе его стопудово надо замедлить. Замедлил его, пьешь лужу, делаешь сотку и это самое, делаешь этот прожимку. Вот, в зеленого, в идеале, в зеленого ты тоже должен плюнуть. Если не получится, но это уже зависит от того, как там, с какой скоростью переводится босс. Ну, когда 5 минут останется до берсы, я прожму. Ну, смотри по ситуации, не забывай. По слизням посмотри. Чек на готовность. Да. А, еще один бежит. Давай, добегай. Но мне каски нету бреста бафа. И ладно. Сейчас раз до... Господин не добежал, и сейчас будет еще раз ребафы, да? А, не бафал. Так, по БРам у нас ничего нету. По СС там у кого никогда. Имша задумал. Плюсы в чат, если нету КД.
Так. Задум. Давай помойся. Чек на готовность. Бафы проверили. Чего не хватает в чат? Кушаем рыбу быстрее. Бреклык, господин Лу. Маски все пробивают на ДД. Все готовы? Шейп на изготовочке. Когда 4 секунды уже пьешь. Отчет на пол. Отличные новости, народ. Эй, сила, бля. Блять, у них споты кончились свои. Что, у тебя есть не свои? Лишний флот, стопните. Да ну, надо было не отходить. Идем по зеленому. Быстрее, 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 быстрее. Отлично. Босс. 2%. Перейдете, будете красиво. Красиво. 1% быстрее. Отлично, молодцы. Цент успели слить. Можно, встаем. Сразу же. К стенке. К стенке, к стенке, к стенке. Пельмень. Разворачивай. Готовимся, РДД, готовимся по красному. Бомбы не словите. По РДД по красному, то где? По красному играем. Все по красному. Пельмень. Босс. Не ловим пельмени. Ой, красиво, Алиса, красиво. Разворачивай сразу. Пельмень. Клобы только не поймайте. По зеленому играем уже. По зеленому. Диска не подходим. По зеленому. Доливаем, 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 доливаем. Бэра нету? Пельмень. Через 12 секунд. Он господина откатится. Через 12 секунд? Господин, сразу ты DC3 бэришь. Колба. По красному. По красному играем. Имша через милишников. Пробафали приста. Беги, 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 Пимша, ты чё? Пельмень. Ты чё тут, первый раз или чё? Ты с нами... Первый раз его красный выбирает. Бомбы, главное, не ловим. Бомбы химические не ловим, ребят. По зеленому. Пельмень. Блять. Отлично, Б. Мося. Сработал. Отлично. Прохил рейда. Бьем. Мосу пробафали. Пельмень. Колбы, от воде, от
Готовимся по красному. По красному. Сотка есть? Юзай. Пельмень. Нажимай быстрее. Да нету сотки. Ну делай быстрее. Оба. И пей еще, старайся. Мусор. По зеленому. Алиса, прожимку. Пельмени. Пельмень. Прохил, 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 прохил. Удалили. Отлично, по боссу. Выпивай лужу, быстрее. Блять. БР есть? Мосса, есть БР? Да, есть. Драгонсона, БР. На вкус как вишенка. Ой. Сразу же. Лиса, к столу. Быстрее. Давай, пробафали паладина. Герру дали. Разворачивай. Пельмень. Колба отводи. Гимноману Шинцунг мульти. На четырех. Так, четырех заберу. Шреддер, как скажу, дашь по Эвинару этот диван. Пельмень. Шреддер, давай. Да, пулям отведи. Дальше отведи. Пельмень. Лужа. Лиз, забирай. Тоди. Пельмень. Ага. Молодцы. Делал? Да. Было ешечка. Блядь, когда, сука, эта ебаная колба упадет, а? Ну, хоть осколки падают. Так да только тебе от колбы с обычки, если тебе там 8 стаков набивать, это очень много. Смысл ты только в колбе хаймаской? Смысл большой. Как меткости добрать? Ну... проще ботинки с РС-ки. С ботинки РС-ки есть, мне нужна колба. У тебя все там идут перчатки, да? Я думаю, у каждого паладина идут все там перчатки. Тухлого. Ребята, если замена лица... Это кто? Господин Слава. Слайд-шоу, пиздец. Сколько иду, иду уже, бля, и модем до этого ребутнул, перезаходил в игру. Хуй его знает, да. Что. У тещи интернет мертвый, блин. Невозможно играть. Угу, я понял. Давай, вставай на замену. Блядь, совы. Потому что, блядь, ни ДПС не могу дать, блядь. Я понял, и тебя. Боюсь, бля. На профей думал, слизни, если на меня нападет, это пиздец. Маленький му, давай в рейд. Либо ванзая можно взять. Что, Никури, да. Хотя будет стакать этот, блядь, расколы нахуй. Он господин, сейчас... ТП-шься. Стакать расколы будет? Ванзай стакает расколы, нормально. Кто ему сказал в десятки?
Тёма, сними мут. Тёма, видишь? Наказано. Да. Пока что без мута, пока не успокоишься. Вместе с Икарусом. Так, господин, ТП-шься, пожалуйста. Я потом тебе, типа, ага, все, отлично. Шкаф поставьте. Сколько им мне понадобится? Сколько будет? Не, я ему начислю. Сейчас у нас пройдено сколько у вас? 6, 4, 3, 7. Да, 7. Сколько? Ну ты видел, Войт, если прокает, короче, корова, все, пиздец. Тарбойса почти догоняю. Если меня все прохнет вместе с чашкой, то я там буду топ-1. 1700. По идее, мы можем попробовать двоим сделать квест. Нет. Делаем одну. Так, господин, я тебе сразу начислю. Потом после рейда скажу, что страшнее. 1700. А что? Здесь успокоюсь, как... Слышу шкаф еще... поставьте, шум дайте. Так по возрастанию. Му, засмонился? Так, смотри. КП я не сниму. Я тебе сразу говорю.